wanna go down like London, 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 be going down like how come every time you come around my London, London Bridge, wanna go down like London, 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 wanna go down like London, 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 be going down like Побережье Японского моря уже давно превратилось в универсальную площадку для городских активностей. В ближайшие выходные пляж Шамары примет лучших спортсменов Дальнего Востока, а также Японии, Кореи и Китая. Фестиваль экстремальных видов спорта «Prim Games» готовит огромный палаточный городок. В каких дисциплинах поборются участники и что еще помимо спорта можно будет увидеть на фестивале, узнаем сегодня. Это программа «Время говорить». Меня зовут Ольга Продан. И у нас в гостях Софья Авраменко, координатор фестиваля «Prim Games», Екатерина Ищук, исполняющая обязанности директора департамента по делам молодежи Приморского края, и Денис Горбунов, руководитель «Advance Team» и президент Федерации экстремальных видов спорта Приморского края. Здравствуйте. Спасибо. Здравствуйте. Ребята, расскажите, пожалуйста, про фестиваль. Я прочитала, что 14 видов спорта будут представлены на фестивале, а это очень много. Что это будут за виды спорта? Что ждет гостей? Я могу рассказать вам вкратце, что у нас будет 14 самих дисциплин. Это три вида по Дениса, это кикскутеринг, скейт, BMX. Несколько видов по слэклайн, это слэклайн, трэклайн. Два вида воркаут площадок, два вида пляжных видов спорта, может быть, будет сейчас стрим, еще включаем фрисби. У нас будет серфинг, у нас будет йога, у нас будет вейкбординг, будет акробатическая зона, будет зона вылета в подушку, и ребята действительно подготовят просто потрясающую площадку для спортсменов всего Приморского края, и не только. Очень интересно, что еще и серфинг будет. Да, но серфинг это будет зависеть очень от погоды. То есть мы договорились с ребятами, мы работаем на подхвате, так как у нас, вы знаете, волны Владивостока, они или приходят, или не приходят. Это зависит от погоды, и они совсем не от нас. Мы договорились, что если будут подходящие условия, мы будем проводить открытый урок по серфингу. То есть ребята готовы и сразу же поднимаются в любой из двух дней и приедут к нам. Я думаю, что наши зрители еще поймут, что такое серфинг, да, это когда стоишь на доске и ловишь волну, а что обозначают другие слова, я думаю, стоит объяснить. Хорошо, Денис, расскажи, пожалуйста, про свою площадку более подробно, потому что, если честно, я тоже не совсем хорошо разбираюсь. Понимаю, что будет. Наша команда строит очередной парк на берегу Японского моря. Вот, это новый проект, в котором, собственно, приедут ребята с Дальнего Востока, уже есть спортсмены Сахалина, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Благовещенска. Уже они заявились, они, собственно, билеты купили. По-моему, завтра-послезавтра уже приезжают. В парке пройдут три дисциплины. Это категория BMX, это категория скейт и категория кикскутер. BMX – это спортивные велосипеды, на которых выполняются трюки. Сейчас, на данный момент, данная дисциплина уже входит в олимпийские виды спорта. Скейтбординг также вошел уже в олимпийские виды спорта. И, собственно говоря, такой же спорт. Кикскутер, он достаточно молодой вид спорта, но уже на данный момент только в Приморском крае 700 ребят занимается спортсменов. Это очень много. Буквально за 3 года они набрали такое количество. Это больше, чем другие вот дисциплины, две предыдущие. И я думаю, что до Олимпиады им, в принципе, осталось немного, когда их тоже включат, и они будут заниматься. Вот. У нас это будет первый фестиваль, который будет проходить, во-первых, 2 дня подряд на берегу моря. И еще очень хороший плюс, что сейчас отличная погода, море, пляж, и все могут жить в палаточном городке. Спортсмены приезжающие, им не нужно снимать гостиницу, да, они могут поселиться, просто жить на море и принимать участие в таком интересном мероприятии. Площадок будет достаточно много, и все разноплановые. И практически даже человек, приезжающий, допустим, поучаствовать в BMX, он может поучаствовать там во многих других направлениях, которые ему также интересны. Также попробовать там слэклайн, это в принципе несложно. Попрыгать в подушку. Слэклайн несложно. Кому как, но в принципе, кто катается на BMX, я думаю, они справятся. Что такое слэклайн? Слэклайн – это стропохождение. Стропохождение, либо есть хайлайн, есть слэклайн. Это выполнение трюков на стропе. Натягивается стропа, и на ней, собственно, ребята делают различные трюки, ходят по ней, она достаточно такая прыгучая. В общем, интересный вид нового спорта. Этой площадкой у нас занимается Герман Гитлинг.
они уже все установили, 3 дня тестируют, и ребята просто, которые на пляже сейчас там приезжают отдыхать, загорают, вот я в течение постройки парка наблюдал, как многие просто приходят, о, что это, и прыгают, там много вот отдыхающих, просто пробуют, и уже интересно, хотя еще фестиваль, в принципе, не начался. Мне хочется добавить, что там будут не только специализированные виды спорта вот, со сложными названиями, как мы уже поняли, но и также для ребят, кто хочет попробовать себя в танцах, будут различные направления, там дэнс-холл, хип-хоп. 5 направлений. Да, 5 направлений танцев, можно будет потанцевать на берегу моря. А также будут уроки по йоге, собственно, и у нас будет фестиваль пляжные виды спорта. Это волейбол, гандбол, да, то есть, собственно, фрисби. Да, фрисби. То есть для всех желающих, да, кто еще не определился с выходными, я думаю, что 29-30, да, мы вас всех ждем. Потому что даже не специализированные спортсмены смогут найти себе занятия по душе на эти выходные. Ну, я тоже хотела бы добавить, что именно конкретно разобрать площадки, которые будут спортивные, ну, как бы направления соревнования серьезные достаточно, и развлекательные площадки, чтобы все не пугались и сразу не подумали, что Денис построит большой парк, и они приедут и не смогут там покататься. Вот. У нас будет акробатическая зона отдельная, специальная, для того, чтобы люди могли приходили, пробовали, учились крутить сальто. У нас будет зона вылета в подушку свыше, когда тоже мы все ты... Ну, это на самом деле выглядит только очень страшно, но подушка, она огромная, большая, мягкая, и ты можешь оттуда прыгнуть, и, ну, теоретически с тобой ничего не может произойти. Вот, у нас будет слэклайн, есть 3 вида слэклайна, которые у нас будут находиться. Слэклайн – это просто как бы стропа, которая низко находится, триклайн, на которой делаются трюки, и хайлайн – это когда она между 2 7-метровыми вышками будет натянута стропа, и вот, ну, тут уже будут особые умельцы по ней ходить, это, конечно, не совсем, но вдруг кто-то из бмиксеров, которые легко ловят баланс, вот, получится полдня на слэклайнах и смогут пройти по хайлайну. Вот. Заговорили о стропах, я сразу вспомнила фильм, уже не помню сейчас название, когда канатоходец, да, так называется, канатоходец, да. Когда он ходил между 2 башнями-близнецами в Нью-Йорке, да. Наши ребята могут дать ему фору. Кстати, я так понимаю, что на всех этих площадках могут участвовать не только профессионалы, но и даже люди, которые, скажем так, приехали позагорать, покупаться, увидят, что что-то проходит интересное, и могут прийти принять участие. Конечно, у нас есть отдельная заявка для серьезных соревнований на участие на сайте. Вот, но на такие, допустим, у нас как развлекательные зоны, они могут и также на пляжный волейбол, гандбол, слэклайн, акробатику, вот, даже на любые мастер-классы, которые будут проходить, они тоже могут прийти и спокойно поучаствовать. То есть вход свободный, бесплатный? Да, вход абсолютно свободный. Там будет расписание площадок, ну, то есть будет специальная навигация, и все это будет очень удобно, и люди смогут выбрать наиболее понравившуюся зону и, ну, то мероприятие, где они хотят сегодня поучаствовать. А как насчет вопроса безопасности? То есть если человек не подготовлен, не ждет ли его травма какая-нибудь? Нет, ну смотрите, у нас это очень серьезный вопрос, то есть у нас все спортсмены, которые будут участвовать, то есть мы их прозваниваем, уточняем, у них всегда должна быть страховка. То есть у нас обеспечена безопасность в плане того, что у нас будет дежурить 3 скорой, потому что мы понимаем, что это спортивное соревнование, что, ну, травмы, они могут быть. Ну, вот. И как бы только на такие, допустим, более-менее безопасные, да, допустим, мы не будем, как бы, виды спорта, такие как пляжный футбол, волейбол или слэклайн, ну, тоже он относительно безопасный. Вот, мы не будем требовать страховки, да, допустим, на какие-то мастер-классы, но на все, допустим, все Дениса ребята, они все будут со страховкой. А ребята, которые будут заниматься на акробатике, они тоже будут все со страховкой, то есть трикинг тоже со страховкой. Ну, танцевальные, они пусть танцуют без страховок. Главное, все в красивом. Я добавлю, что вопрос тут дело не в страховке, а в том, что, ну, профессиональные спортсмены, они, в принципе, всегда катаются в защите. И тем не менее, они как бы оценят свои трюки, там опыт свой, и выполняют свои трюки с тем подходом, который они могут сделать, чтобы это было как бы безопасно. Это первое. А второе, проведя статистику уже несколько лет, мы поняли, что экстремальные виды спорта, они менее безопасны, чем обычные. Да? Когда мы проводили большие фестивали на площади,
и когда был обычный там баскетбол или волейбол, там были какие-то травмы, а у нас, когда ребята делали там двойные сальто, и все были целые, ну, как бы никто даже не покорябался. Собственно говоря, вот мы провели мой фест, там достаточно было много участников, все жестко выкладывались, и все здоровые, целые, и все карно себя чувствуют, потому что все профессиональные спортсмены, они катаются в защите, и, ну, и это для них тоже самое важное. Кто это понимает. А приходящие люди, которые хотят себя попробовать, так или иначе, им, ну, они не будут допущены без защиты, которая, ну, нужна будет, да, в той или иной дисциплине, или парке, или, допустим, на какой-то площадке. Это самое важное. Денис, я была на площадке экстремального спорта на моем фесте, и я увидела, что очень много детей участвовало. То есть дети буквально, я не знаю, 10 лет, наверное, как мальчики, так и девочки, делают какие-то невероятные трюки на самокатах, на велосипедах, аж сердце сжимается. Насколько, например, родители могут быть спокойны за безопасность, и вообще дети могут принимать участие в этом? Да, конечно, могут. Дети с определенного возраста либо с распиской с родителями, либо с присутствием на родителей. Ну, более того, дети до 18, они все страхуются, как и после. И непосредственно они все катаются в защите. Ну, это тоже очень важный момент. Сейчас почему такой большой наплыв молодежи? Потому что экстремальные виды спорта очень набирают оборот, достаточно сильно в России, в принципе, как и в мире. И если в мире уже большая часть, уже те, кто эти были маленькие, они уже взрослые, то сейчас до нас эта волна только дошла. Вот. И те, кто маленькие, они со временем будут взрослые и будут показывать более серьезный уровень. Хотя сейчас они в таком маленьком этапе, у них неплохо получается. И вот там вот это большинство молодых ребят, это, конечно, категория кик-скутер. Она для многих более такая легкая, и они себя там могут реализовывать. Для них проще трюки выполнять, нежели на BMX или на скейтборде. Вот, поэтому сейчас эта категория очень огромная. Когда мы начали регистрировать, я понял, что 60 человек приехало, и она все посмотрела, и, ну, я думаю, как это мы весь день, что ли, одну категорию будем вести? Мы немножко подсократили, ну и, собственно говоря, все получилось отлично. Вот, поэтому молодых спортсменов очень много. Ну, из них вырастут хорошие взрослые профессионалы. Кстати, еще к вопросу о детях. Хотелось бы просто узнать, насколько популярны экстремальные виды спорта сейчас во Владивостоке и там какой процент детей, например. Потому что у меня есть, например, племянники, которые тоже уже хотят вставать на ролики, на самокаты и прочее. Ну, на самом деле, последняя проделанная работа нами и нашей команды показала, что действительно очень популярно, и это сейчас может заметить каждый житель. Когда вы идете по городу или просто там или нам, вот я просто еду домой с работы или еду по делам, я вижу, как ребята перемещаются по улице на BMX, на скейтах, на самокатах. Они едут из парка в парк на площадке. В общем, достаточно много людей. В любом районе, где бы ты ни ехал, ты встречаешь тех, ну вот, кто приезжает на соревнования, кто катается. Их очень много, это интересно, это спорт для них новый, он такой достаточно активный, да. Ты вроде бы можешь и кататься, и в то же время он требует от тебя физической подготовки и дисциплины. Если ты хочешь выигрывать, то, соответственно, занимаешься и прям прокачиваешь себя. И есть, конечно, ребята, которые просто, так как интерес, ну, покататься, да, вот, как обычно мы на велосипеде в детстве катались, там это же, ну, как бы развлечение. Вот есть, конечно, и такие, но большинство все-таки, кто начинает заниматься, они потом продолжают заниматься этим профессионально и уже выходят на уровень сначала дальневосточный, потом российский. И у нас уже есть такие спортсмены, которых мы вырастили, и в этом году вот победители Prime Games, они поедут либо на российские, либо на международные соревнования. Это тоже достаточно хороший приз, за который вот стоит будет побороться. Хочется добавить, что развиваются экстремальные виды спорта не только в Владивостоке, но и в крае. То есть, наконец-то, мы уже делаем тоже большой шаг. То есть, на самом деле, нечто подобное мы проводили в 2013 году. Это был фестиваль «Позитив». Мы проводили на территории Находкинского городского округа. Он, конечно, не был такой масштабный, как сейчас, да, вот готовит команда «Молодежь ПК». Мы так говорим, потому что это те ребята, которые, за которыми стоит настоящее дело. Да, то есть, это те люди, которые возглавляют свое движение полностью, и за которыми есть большая команда ребят, которых поддерживают в начинаниях. И на территории Приморского края, на Находке, в Артеме, в Уссурийске, в больших городах, в Арсеньеве, достаточно много ребят, которых тоже в том числе принимают участие в экстремальных видов спорта. То есть это все потихонечку зарождается. Конечно, Владивосток, это, он является агломерацией, потому что здесь больше возможностей, да, то есть у ребят, где там пойти на скейт-площадки, да, то есть, ну, попробовать свои силы. Но мы сейчас работаем над тем, чтобы в крае были возможности такие же, как и у ребят в городе Владивостоке. Хотелось бы очень узнать побольше про остальных участников. Я думаю, что мы вернемся к этому вопросу после небольшой паузы.
Мы уйдем на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Fixed it, but I've been gone for way too long. Put a band-aid on it to fix it, but I'll be barely hanging on. This is hell, and I need help. So dark it's like I never see the sun. Unburn me, this hurt hurts me. Said I'm a turd, not a single person hurt me. Up and down like working out and doing a burpee. If life's a beast, then can we at least go surfing? Okay. My scruples are gone. I done been around a suit, who brings a new suit? Pain got me jumping through these hoops. That's why I'm jumping back up in this booth. So I can figure it out and get it out. Wanna get rid of it, so I gotta let it out. I'm still breathing, feel like I'm bleeding. Tell me I'm crazy, maybe crazy. Since the day that he was born. А мы продолжаем рассказывать о фестивале экстремальных видов спорта Prim Games, который пройдет на Шамаре уже в эти выходные. Ребята, мне бы хотелось очень узнать про участников, которые приедут на фестиваль. Южно-Сахалинск, Чита, Находка, Благовещенск, Большой Камень, Якутск, Петропавловск-Камчатский. И это все только города России. А еще будут гости из Азии. И вообще, то есть какое количество участников ждет фестиваль? Как они там все разместятся? И хотелось бы еще узнать про преимущества наших участников. Ну, наверное, начну. Мы ожидаем, я думаю, что гостей только более 3000 человек на площадке фестиваля Prim Games в течение 2 дней. А что касается представительства ребят, в том числе с Приморского края, мы очень ждем дальние наши отдаленные города. Это Дальнегорск, Арсеньев, это Кавалеровский муниципальный район, с Находки, да, там уже команда большая тоже к нам собирается. Лазовский муниципальный район подтвердил свое участие. То есть это большой Приморский фестиваль на Шам, собственно, и ждем большое количество спортсменов из других городов, кто примет участие в соревновательной части нашего фестиваля. Ну, приморские спортсмены в таких крупных фестивалях – это всегда понятная составляющая, которая всегда присутствует и приезжает. Это ближние города, это как одно целое уже, да, давно. Вот. И также приедут другие ребята из дальневосточного региона. Уже заявились сахалинцы, заявились Благовещенск, из Хабаровска ребята, с Комсомольска уже едут в поезде, они выехали. Вот, а с Сахалина летят ребята, 6 человек только BMX-еров. На самолете они буквально через 2 дня прилетают. Вот. В общем, достаточно много спортсменов заявились и прилетают. И, ну, многое еще этапом заложило для них таких соревнований, когда крупные проводили уже по рядом, да, до этого. Все увидели опыт и, собственно, хотят поучаствовать, ну, в хорошем уровне, в хорошем соревновании, показать себя, доказать себя на Дальнем Востоке, кто же лучше, да, собственно, все будут и биться за это звание. И, ну, и самое интересное, что уже на Prim Games приезжают спортсмены с Японии, ой, из Китая, собственно, из Кореи. Вот. И это уже вообще, в принципе, международный уровень. Это очень хороший показатель, когда ребята приезжают из других стран участвовать на твоем мероприятии на берегу Японского моря, там, в наш город, край. Это очень классно. А вообще уровень азиатских участников, скажем так, он выше, чем... Ну, в каждой категории по-разному. У нас, кстати, на площадку приезжает самый топовый райдер России Максим Круглов. Он находится сейчас на самом таком хайпе, он тоже приедет, будет главным судьей. Более того, у него будет отдельная пресс-конференция, готовится в Владивостоке, и он будет также свое показательное катание показывать. Это ребятам, ну, добавит уровня и какого-то азарта побеждать. Я думаю, что борьба будет очень жесткая, все будут стремиться победить, все будут очень сильно выкладываться, и уровень увидим такой, который еще даже не видели. Будем надеяться, что наши участники покажут. Не подведут. Да, не подведут. Как минимум. Своим я всегда говорю, что ваше место первое. Значит, что за него нужно бороться. Вот. И если они занимают второе, я всегда спрашиваю, что это, почему не первое. Что, это какое место? Они говорят, второе радостное. Я говорю, нет, я не понял. Какое же наше? Они говорят, первое. Я говорю, ну вот. Да, это, наверное, как в любом спорте, там, как на соревнованиях по футболу, когда есть принимающая сторона, и у
у принимающей стороны гораздо больше поддержки, они просто обязаны выиграть, да, и подвести своих болельщиков. Эмоциональные преимущества точно есть. Ну, бывает и так, не раз мы проводили соревнования, что приезжают дальневосточники, и они показывают хороший уровень катания. Вот результатом контеста моря, когда победитель Олег Ануфриенко из города Комсомольска, молодой парень, он еще не достиг 18 лет, он победил и поехал тогда в Удвард, мы его отправляли, вместе с нами он ездил. Но на данный момент ту базу, которую создали вот в Приморском крае, да, и такую мотивацию для ребят, которая все время делается, она дает им такой толчок и рост вперед, развиваться и вот достигать уровня, которого не все делают уже в России. Это очень классно. Да, и перспективы еще открываются перед победителями и вообще, мне кажется, Громные. Перед участниками, да. Какие еще площадки будут на фестивале, кроме спортивных? То есть, насколько я знаю, будет образовательная площадка, какие-то мастер-классы, лекции, музыка? Ну, лекции у нас не планируется. Вот, у нас будет площадки развлекательные, у нас будут специальные мастер-классы спортивные проводиться. У нас будет разыгрываться каждый час конкурс на главной сцене просто для зрителей, которые, допустим, еще боятся, но очень хочется что-то поучаствовать, победить. Вот, мы будем проводить для них конкурсы. У нас будет проходить, конечно же, большая игротека. Будет музыкальная часть, вечерняя музыкальная программа, два дня. И, конечно же, фаер-шоу в первый день. Мы его все с нетерпением ждем. Да, мне кажется, фаер-шоу, особенно на берегу моря, это будет что-то очень красивое. Красиво. От вечера, может быть, стоит плавно перейти к ночи. Может быть, есть какая-то ночная часть. Программа «Звезды Шамари». Да, ночная часть, то есть мы разговаривали, что, возможно, мы будем показывать фильм, вот, то есть у нас для тех людей, которые останутся здесь. Но так у нас как бы планируется очень такой тихие семейные посиделочки, то есть не безалкогольные, потому что это спортивное мероприятие, мы хотим, правда, напомнить всем нашим дорогим участникам, что мы за здоровый образ жизни. Но я думаю, что просто на самом деле все будут очень вымотаны первым днем, потому что с 11 утра и до 12 будет происходить вот все концертная часть, соревнования, обсуждения. И я думаю, что в 12 уже все, кто лягут спать, потому что с утра в следующий день предстоит такой же. То есть в 11 утра встать, позаниматься, позавтракать и... Ночная программа, она, если только для тех, кто хочет посмотреть на звезды, искупаться, может быть, в море. На самом деле, ребята, которые приедут спортсмены, они планируют вечером, как минимум, просто проводить какие-то джемы в том же парке или что-то еще. Да. Откатались, провели соревнования, немного отдохнули, все восстановились. В общем, свет у нас там будет, подключили фонари, провели какой-то джем между собой, также провели какой-то джем в подушку. Вот, ну, в общем, такие какие-то определенные спортивные направления мы будем вечерние так или иначе делать, но они просто не будут такие там, да, какие-то огромными. Мне очень понравилась фраза «джем в подушку». Пневмоподушка, у нас будет стоять большая пневмоподушка, в которой, собственно, будут и делать трюки и акробаты, и также спортсмены на велосипеде и на скейтборде, у них будет построен специальный квотер, и они с него будут делать трюки. В общем, чем и интересно, когда мы построим парк, мы специально сделали в этом году широкий фанбокс, чтобы более зрелищно и более интересно было, более сложные трюки можно было выполнить. Ребята их оттренируют в течение дня в подушку, и когда уже там стабильно 5 раз, там 6 он сделает, он, в принципе, спокойно сможет попробовать это сделать в парке. Мне кажется, слово «подушка», она должна придать уверенности всем, кто еще не очень чувствует свои силы в экстремальном спорте. Мы же говорим, мы не только спортивные, но чтобы еще можно было пробовать и обучаться, это самое важное. Ну, в принципе, начинающие ребята или кто-то просто зритель или отдыхающий, который приедет, у многих будет возможность, а большинству, как минимум, просто прыгнуть в подушку, сделать какой-то трюк или попробовать сальто впервые в жизни. Ну, в общем, как-то себя потестить, да? И многое с этого и начинается. Придя на фестиваль, ты вот пришел посмотреть, попробовал, и тем самым тебе понравилось, и ты хочешь дальше заниматься и продолжать делать, да, то, что вот делают вокруг, или, может быть, участвовать, и, может быть, даже организовывать. Ну, вот такой опыт уже есть. И мы, собственно, хотим сделать то же самое там. Сейчас, объединяя Дальний Восток, все Приморье и там Ближнюю Азию, объединив всех дальше и сделать это ежегодным фестивалем, интересным, насыщенным, чтобы уже все знали о имени, да, Prim Games, это звучит, и об этом уже говорят, и чтобы люди приезжали, они знали, что это там фест, который действительно стоит приезжать, как когда-то мы делали Advanced Level, там, который остался до сих пор во многих, да, и в общем, вот это должно быть так же и не менее... даже более круче, тем более тут насыщенность достаточно больше, чем мы делаем.
Да, действительно, мне кажется, мы сегодня поговорили и дали понять зрителям, что действительно такой концентрации экстрима и какого-то необычного спорта наше побережье еще точно не видела. И мне кажется, я уже знаю, где я буду проводить эти выходные, потому что вы очень заинтриговали. Спасибо вам большое за разговор. Большое спасибо, что пришли. Спасибо вам. Я напоминаю, это была программа «Время говорить». В студии работала Ольга Продан. Увидимся на 8-м.